сентябре наш фестиваль покорил Берлин. Песня года прошла в самом шикарном концертном зале в сердце Германии. А наших звезд принимали берлинские зрители весьма и весьма радушно. Скоро, я думаю, в нашей программе появится специальная рубрика «Песня года покоряет города». Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Берлин. Как ты думаешь, Ирина, какой город следующий? Ну, думаю, что если такими темпами, то следующий выпуск нашей программы будет на Луне. А актриса, певица, которая выйдет на эту сцену, надеюсь, к полету готова. Тем более, что ее замечательный автор и композитор Владимир Матецкий и поэт Лилиана Воронцова не устают писать для нее все новые и новые песни. В разгаре лета музыка Владимира Матецкого, стихи Лилианы Воронцовой. Я писал и пишу, заканчиваю сейчас альбом с Роксаной Бабаян. И мы решили попробовать эту песню с ней. Решили мы попробовать, и она немножко ей не подошла. Тогда я взял и целиком поменял мелодию песни. У меня, кстати, сохранился вариант с абсолютно другой музыкой, с абсолютно другим стилем этой песни, сделанной этой песней, абсолютно в другом стиле. И вот, так сказать, в конечном варианте, в котором ее услышат слушатель и увидит зритель, это вот новый абсолютно вариант. Он такого более, такого немножко ретро-звучания, но в то же время очень такого живого. Там записаны акустические гитары, живые инструменты. Мне показалось, что это для Роксаны очень подходит. Но для меня Роксана Бабаян дорога прежде всего тем, что это моя первая исполнительница. Мы с ней 5 лет назад впервые, она исполнила мою песню «Свет ласковых звезд». И стала, так сказать, моей вот путевкой вот в эту вот шоу «Жизнь». Я очень, конечно, ее люблю, очень за это ей признательна. И всегда с удовольствием с ней работаю и с удовольствием пишу для нее песни. Эта песня, конечно, о любви и, может быть, ну, в разгаре лета как бы особенно хочется говорить друг другу о любви, да? Потому что лето, солнце, зной, красота. А потом лето уходит, и спрашиваешь, а где же слова твои? Куда они тоже делись, скрылись вместе с солнышком? Но эта песня, конечно, не в прямой, она с иронией, с улыбкой. Мы приглашаем на сцену Роксану Бабаян и шоу-балет «Фаворит». Теперь они.
Где теперь они?